Вокальный ансамбль «Сударушка» во время исполнения песен демонстрирует лучшие стороны человеческого характера. Сердечную любовь к России, внимательное отношение к истории, чуткость, бескорыстие. Поэтому коллектив давно заслужил уважение и любовь ценителей хорового искусства в нашем городе. 20 лет наша «Сударушка» пользуется успехом у наших слушателей. Все ее знают, а особенно вот даже наши внуки, дети с удовольствием ходят на наши концерты. 20 лет назад совсем юной Елена Рудакова пришла работать в городской дом культуры. Она-то и взяла под свое крыло «Сударушек» вместе с одним из лучших концертмейстеров Анапы Александром Кудымовым. Мне очень понравились женщины, с которыми я стала общаться. Они умели уже петь, у них был небольшой репертуар, поэтому мне было очень легко с ними работать. Изначально сударыни-барыни пели казачьи, русские народные песни. Елене Александровне пришлось из народников создавать академистов. У них был стиль кубанские песни, а я по своему образованию закончила Краснодарский государственный институт культуры. Я академист. Я их, конечно, и распевала, и давала песни, то есть академического стиля. Ансамбль за период 20-летней творческой деятельности выступал на разных сценических площадках города и района. В репертуаре произведения советских композиторов, романсы, народные песни. С юбилеем коллектив поздравили художественный руководитель гортеатра Наталья Сироседи и зав. Культурно-массовым отделом Светлана Панаргина. Вы продолжаете, поете и несете именно это творчество в массы. Просто заражаете и остальных в городе. Вас за это и любят, потому что вы очень мобильные, вы очень собранные, и на вас одна, как говорится, надежа. Виновников торжества также пришла поздравить и бывший директор городского дома культуры Наталья Лемешевская. Именно во времена ее руководства родился этот коллектив. Я бы хотела вас всех поздравить, поблагодарить за то, что вы верны и этому коллективу, и Елене. И поздравить вас с тем, что вы еще жаждете и можете. Певуньи не представляют свою жизнь без песни, поэтому на протяжении многих лет ходят на репетиции и концерты регулярно. Раиса Уральская, например, солистка коллектива, в «Сударушках» поет уже 12 лет. Мы как дома, большая семья. У нас такая красавица Леночка, наш руководитель, заводит нас, много песен научила петь. Учит нас, учит. На день рождения принято дарить подарки, а в юбилей – юбилейные медали. Ими-то и были награждены сударушки, каждая в своей номинации. 20 лет – это только некая часть жизненного пути. Впереди у ансамбля «Сударушка» еще много концертов, конкурсов и, конечно же, побед. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа регион.